Так, всем привет. Это обзор 18-этажки серии КП. Вот домофон Eltis. Набираем код. Заходим в подъезд. Вот выглядит сам подъезд. Вот почтовые ящики. Тут здесь должна быть комната консьержа, здесь она отсутствует. Вот тут три лифта. Один грузопассажирский, два пассажирских. Заходим в пассажирский лифт. Едем на последний этаж. Зеркало, плафон, две лампы горят, тут решетки, пол. Вот так выглядит сама кабина. Покажу вид из окна. Тут четыре квартиры в каждом этаже. Мусоропровод. Так, вот балкон. Здесь черная лестница. Едем мы вниз, на первый этаж. Так. Так, часы. Высота.
кебаб, грузопассажирский лифт. Табло. Вот плафон. Так выглядит самка. Идем, например, 10 этаж. Еще бывают желтые серии КП. Вот так, как и такой. Вот. Еще есть коричневые. Так, приехал уже маленький. Зашли в кабинет. Ужасно скрипит. Как во втором двери, а говорил лифт. Так выглядит сам. Всем пока. Вот так вот выглядит дом. Мы вышли из подъезда. Вот объект дома. Полярная 40. Корпус 1. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.